Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Рина, любительница кукол, и сегодня хочу вам показать вот эту куколку по имени Штефи от фирмы Симба. У меня есть парень от этой фирмы, от фирмы Симба, с хорошей одеждой, шарнирный, и мне захотелось пару, ну, правда, не уверена, что она будет его девушкой, но думаю, что пару они все-таки составят, может, это будет брат с сестрой. У мальчика хорошие шарниры, и мне нравится его одежда. Хорошие ботиночки, брючки, вообще хороший пошив одежды, и стиль тоже неплохой. Но единственное, что меня, конечно, смущает, это его лицо. Ну, упаковано красиво, конечно, все. Здесь видно, что кукла с шарнирами, и вот ее ролики, наколенники, шлем. Ну и сама коробка достаточно яркая, красочная. Сбоку арт Штефи. И обратная сторона выглядит вот так. Тоже очень красивая обратная сторона. Фон вот такой просто полосатенький. Я сняла все аксессуары, которые положены, и куклу вытащила. Ну, такой фиолетовый. Фон не серебристый, это просто серые разноцветные с разноцветными крапинками полосочки. Вот в комплекте такой шлем. Он действительно с глиттером. Сейчас попробуем одеть. Ну-ка. Так, вот такой шлем. Выглядит она в нем вот так. Ну, неплохо. Вот такие ролики. И внутрь туда вставляется туфель на каблуке. Вот он. Тоже покрыт блеском, глиттером. Такие туфельки. У роликов очень мягкая резина. Это, конечно, имитация колес. Никуда они не едут, понятно. Но слишком, мне кажется, даже мягкая не держит форму. Присмотрелась уже к ней, мне кажется, что личико даже и ничего, симпатичное. Розовые губы. Слегка розовые щечки, голубые глазки. Тонкие брови. Волосы на ощупь ничего, симпатичные, даже очень приятно на ощупь. Но прошивка так себе. Посмотрите, тут, конечно, о, видите, что тут? Это не Барби. Даже лысые Барби выглядят значительно гуще. Но ощущение того, что она лысая, нету. По-моему, очень даже смотрится неплохо. Только расправятся волосы, и все будет прилично. Но по поводу тела. По поводу тела. Пластик. Такой себе пластик, пластмасса. Кто-то меня тут поправил. Здесь потолще и поприличнее внизу. А здесь уж совсем такое. Молд рук симпатичный. У рук есть в кистях. Руки вынимаются, кстати, из запястья. Видите? Причем довольно просто. Сейчас воткнем обратно. Ну, молд рук ничего так себе. И рука проработана. В общем-то. На ноги одеваются вот эти ролики. Но должна вам сказать, что есть большие странности у этой куклы. Сейчас я вам покажу ее тело. И вы уже решите, нужна она вам или нет. Такая странная кукла. Ну, одежда симпатично смотрится. Видите, вроде как-то все гармонично. И шлем тоже. Все вроде в тему. Одежда симпатичная, юбочка вот такая блестящая. Сзади у нее липучка. Она вся обработана. Все очень хорошо и по размеру.
Маечка вот с таким красивым тоже глиттерным рисунком, сердечки, губки. Очень все мило. Край тоже глиттерный. Не похоже, что она будет быстро обсыпаться, потому что на руках ничего не остается. Я уже давно ее тереблю тут в руках. Сзади липучка тоненькая. Внутри все обработано. И есть фирменный знак, символ. У нее небольшая грудь. И она такая худенькая, узкобедрая по сравнению с Барби Мэтт Тумов. Трусики у нее. И есть еще одна точка артикуляции. Это вот здесь на поясе. Вернее, даже не на поясе, а ниже пояса. Можно перевернуть задом наперед ее. Но она такая вот немножечко неустойчивая. Коленки. Шарнирчики. 90 градусов. И что меня, конечно, поразило, это жуткие, совершенно непонятные шарниры в щиколотках. Ну, вот это что такое? Это же вообще какой-то ужас, уродство какое-то. Ну что, ну как можно было так сделать? Ну как, и пошла, пошла, пошла. Поковыляла, называется, на пятках. Дын-дын-дын. Жуть. Ладно. По-моему, я у кого-то видела уже такие же жуткие. Не запястья, а щиколотки, где кто-то мне уже встречался. Но зато у нее, посмотрите, какая ключица здесь есть. Ай-яй-яй. Да, в общем, неплохо. Ключица-то вот мне как раз тут нравится. Ну и вообще интересно, что она похудее, чем Барби Мэтт Тумов. Ну, конечно, у кого есть Барби Мэтт Тумов, если ему не нужно для какой-то конкретной идеи эта кукла, или просто для того, чтобы она составила кому-то конкретному пару, то тогда, конечно, не захочется после Мэтт Тумов иметь такое шарнирное тело. Мне кажется, что даже тело Фикс Прайс более гармонично выглядит, нежели чем у Штефи. Она выглядит длинненькой, тоненькой. Вот так выглядит ее полный образ. В общем-то, вроде бы как и ничего, но вот качество меня, конечно, смущает этой куклы. У парня такие звенящие только бедра, как у нее все тельце. Это что, волосина тут торчит? Да, ну ладно. Ну вот посмотрите, рядом с Барби Мэтт Тумов, даже если вот так взять, она все равно выше выглядит и худее. Хотя, в принципе, грудная-то клетка еще у нее и поширше будет. Ну, грудь у них приблизительно одинаковая по размеру, но разная по форме. Не знаю. Девушка странная. Где-то у меня еще была из комиссионного магазина такая кукла. Ну, наверное, ее уже заиграли. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, посмотрите, голова у нее, нет у нее такого хорошего поворота, наклона. Поворот-то нормальный, а вот наклона нет. Вот такая кукла Штефи. Большое вам спасибо за внимание. Желаю вам творческих успехов, красивых куколок. С вами была Рина, любительница кукол. До новых встреч!